Цезар, когда узнал, что выйдешь сегодня в стартовом составе и дебютируешь за «Локомотив»? Изначально, как только я приехал с тренером, обсуждался этот план. С Оренбургом меня хотели поберечь, просто хотели, чтобы я слетал с командой, посмотрел, как у нас все это происходит, как работает на скамейке, в заявке, чтобы немножко адаптировался. И уже план был такой, что выйду первую игру на кубок. Как тебе сегодняшняя игра? Хорошее впечатление осталось. Понятно, что начинать всегда что-то тяжело. Какое-то время ушло в первом тайме на адаптацию. Новая команда, новый ритм. Пока его почувствовал, потом потихонечку все стало на круги своя. Результат порадовал. Неплохо сегодня начали. Ты сегодня забил красивый гол. Это случайно получилось или это нормально для тебя история? Ты и дальше будешь нас радовать красивыми голами? Не, ну прежде всего я защитник, самое главное, чтобы в свои ворота не пропустить. Вот, ну а так, если моменты такие подворачиваются, то да, почему бы не пробить и помочь команде, порадовать болельщиков. Расскажи о праздновании гола. Ты вот руку поцеловал. Я потому что у меня на руке татуировка с именем дочери выбита, поэтому ее всегда целую. Как тебе сегодня поддержка на трибунах? Не, очень здорово, и всю игру поддерживали нас. Не было ощущения, что мы на выезде играем, как будто дома. И вот этот ритуал после матча, после победного, когда мы к трибуне все подошли, нам все аплодировали, мы благодарили болельщиков, тоже очень необычно и впечатлило.